Итак, Канаваро, капитан Наполи, выводит свою команду вперед. Нам тут продемонстрировали баннер, который ему персонально посвящен. Все как надо. Барри тут же бросается в атаку. Опасно, и мяч в сетке. Альмирон сделал результативную передачу и забивает Кастильо, который вышел на замену и который очень активно в игру вписался. И вот Хосе Кастильо забивает свой 12-й мяч в серии А. Опытный нападающий реализовал свой шанс. Недолго играла неаполитанская песенка. И счет вновь ничейный. 2-2. Насколько хороша была в атаке команда Вальтера Мацари в предыдущем эпизоде, настолько она была плоха при обороне собственных ворот. Альварес на Альмирона. Альмирон дальше налево на Кастильо. И точно бьет в незащищенный угол ворот Хосе Игнасио Кастильо.